От его улыбки становилось всем светлей. Взрослый ребенок, который шутил до последнего дня своей жизни. Именно таким запомнят Владимира Шаинского родные. Он никогда так и не повзрослел. Он всегда оставался ребенком. И ему было очень созвучно вот, детские песни и жизнь детей. Он мне, например, пел «Облака» вот, по телефону. Одна из последних как бы, общений «Облака». Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, а по небу прокатите нас, облака. Племянник Владимира Шаинского Михаил тоже композитор. Он вспоминает, как легендарный дядя. Из-за болезни вынужден был переехать в США в возрасте 80 лет. Именно тут Шаинскому смогли продлить жизнь. Ему нравилась Америка, это я точно знаю. Вот. Я не думаю, что он глубоко ее понял. И вообще это человек мира. Он может где угодно жить. Я думаю, его душа, она в России. Хотя тело здесь. «Антошка», песенка «Мамонтенка», «Чунга-чанга». Список его народных хитов кажется бесконечным. Медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. В том, что лучшее, конечно, впереди, прошедшие войну, разруху, перевороты, Шаинский верил всегда. И, как говорят родные, во всем находил светлые стороны. Он любил жизнь, радовался каждому дню. И вдохновение, я думаю, он находил на сером асфальте, там, где другие видели только серый цвет, он видел все цвета радуги. Он был женат трижды, умел искренне любить и вовремя ставить точку. Он сам о себе говорил, что я типа дюже люб до бабского полу. Вот его крылатое выражение. Не думал, не гадал он, срывая партийные встречи и нарушая закон. И делал это Шаинский с такой детской непосредственностью, что ему все сходило с рук. Они приехали на какие-то правительственные встречи по линии комсомола, по-моему, это было. И пришли вот к нам как бы с родителями на ужин. Он садится, значит, за инструмент и в 4 часа ночи громовым голосом начинает петь «Боже, царя храни» в советское время. К нему подходит мама, говорит: «Володь, я член партии». Он говорит: «Со мной ничего не будет». Например, как он поспорил с одним знаменитым композитором в Москве далекого там, 20 века на определенную сумму по тем временам, что он проедет на своей машине вдоль, вокруг Садового кольца в час пик задним ходом. И он выиграл. В США он тоже продолжал писать музыку к американским мюзиклам. В планах было выпустить автобиографию, но Владимир Шаинский не успел. Его жизнь оборвалась в госпитале Сан-Диего на 93-м году жизни. Ангелина Багдасарян, Вазген Варжебетян. Настоящее время. Америка. Лос-Анджелес. И упирается прямо в небосклоны.